Увеличение объема инвестиций банков в развитие предприятий может существенно подстегнуть экономический рост в стране. Такое мнение высказали ряд экспертов на проходящем в столице республики форуме «Качество финансовых услуг». На данный момент наибольший объем инвестиций в основной капитал предприятий происходит за счет их собственных средств, которые достаточно ограничены. К примеру, в Башкортостане официально доля кредитных учреждений в инвестициях не превышает 18%, тогда как по подсчету властей реально эта доля существует существенно выше 50%. Одним из препятствий для повышения доли кредитов в экономике называется их низкая доступность. Напомню, по итогам прошлого года объем инвестиций в регионе вырос более чем на 4%. А как осуществляются инвестиции? Они осуществляются за счет того, что предприятия берут средства на оборотный капитал, на текущую деятельность, не показывают это как инвестиционные расходы, но фактически направляют их для финансирования инвестиций. Или, по-другому можно сказать, замещают собственные средства заемными, а собственные направляют на финансирование инвестиций. Проблема не столько в ее малости, сколько в том, что она еще и сократилась за последние годы. Это неправильно. Она должна расти, эта доля. Вообще инвестиции определяют будущее нашей экономики. То, что произошло 2008-2009 год, мы сейчас, аукается нам сейчас в полном объеме. Вот та стагнация, которую мы имеем, это результат сокращения инвестиций 2008-2009 года из-за того кризисного этапа.